19 января в Киевском храме Святого Духа в 21:00. Присоединяйтесь к нам в прямом эфире ночной молитвы, которую проведет апостол Владимир Мунтян. Вас ожидает вдохновляющее слово и особенная молитва благословения на этот год. Я говорю, в жизнь каждого Бог ведет тебя за руку. Дух Святой ведет тебя за руку. Дух Святой осуществляет невозможное в твоей жизни. Дух Святой поднимает тебя. Дух Святой дарует тебе мудрость. Дух Святой дарует тебе разумение. 2018 год. Дух Святой поднимает тебя на новый уровень. 2018 год. Дух Святой исполняет твои мечты. И невозможное становится возможным. Не пропустите. 19 января в 21:00. Молитва за благословение на 2018 год. На телеканале «Возрождение».